друзья, сегодня у нас небольшой рейд. Погода шикарная, дожди без остановки. Wrangler 3.6, Isuzu, не Isuzu, Opel Monterey 3.1 турбодизель, Patrol 2.8, 61, Chevrolet Tahoe гибрид 6.0. Ну, легендарная 80-ка, 4.2, турбодизель, насколько я помню. Ну и Suzuki Samurai поехал на заправку. Это просто топовый монстр, сейчас все увидите. Все поспускались нереально, конечно. Сегодня будет интересный оффроуд у нас. Да. Есть машина, которая практически по стоку, да, там на колесах, разные. Ну да. И есть Rubicon. Да все есть. И Самурай. Но самое главное сейчас будет. Сейчас мы его увидим. На новом выхлопе. Вот это будет самый наш интриган дня. Так, Витя увидел, что я хочу сесть сюда и переместился в Isuzu. Не в Isuzu, Monterey, да? Monterey. Ох, елки, в какую мы машину попали. Ну, сзади что, тут есть место, можно тоже сидеть. Только маленьким детям или девочкам. Да нет, ну. Модели не влазят. Белый дельфин уже на трассе. Что тут за пробки? Тут оффроуд начинается сразу. С отсутствия асфальта. Как обычно, да. Тент дает шумовой эффект, но... Надув. Где? А как надув? Он поднимается, начинает надуваться. Это заводской? Потоком воздуха. А, потоком воздуха? Да, да, да. Так, вот сейчас открываю окно, сейчас раз или вот. Ага, вот так, все. Что, уже все? Да, недолго мы по асфальту проехали. Сейчас будет... Ух, елки, там уже Таха рубится. Андрюха, аккуратненько. Хоть вначале быть чистым. Да, после этой погоды... Будет весело сегодня. Сапожки еще в болоте. С нескучного. Полная тишина. Мотора и не слышно. Как на электромобиле мы едем. У сани такой же, только длинный. И выхлоп, ну, примоток там такой более тюнинговый. У него хорошо слышно мотор. Ускорились так нормально. Видно, есть хотят, там в лагере еда. Тут огороды, еще еды нет. Проблема грязного стекла существует. Но не в этой машине. Наш маршрутик вдоль Ирпеня сегодня. Ну, при этой погоде, ох, там хорошо уже впереди. Там хорошо. Сейчас будет экшен. Это только начало. Что там, блокировки все стоит, как в Рубиконе, да? Вперед, зад. Отключаемый стабилизатор. Уже ручной. Уже ручной. Не намочили, уже отключаем. Я понял. Это новенькая американская штучка. Такая крутяшка, не надо никакие кольца снимать. Ага. Прокрутила, все. Нормально. Они уже навстречу едут. А вон и Таха. Только мы про нее. Вон и Леня. Да, Таха. Не, ну шины и мотор решают. Уже немножко грязный. Таха, хрен догонишь, у него 6 литров. Еще электричество, вот Ирпень течет. Там Леня задает темп с 1.8, но на тонну веса 140 лошадей. Витя говорит, вчера взял проехать. Говорит, нажал на газ и охренел просто. Говорит, такой динамики от оффроудной машины я еще не видел, говорит. 80-ка на 37-м триподоре.
Не должны мы повиснуть тут, по идее. Не повисли. Не повисли. Ну, если Таха проехала, то мы проедем точно. Так, Витя сзади. Да, такой машины еще не было у нас в оффроуде. Юкон был, но старый, ну, первого там, не знаю, первого он поколения или не первого, но такой, 90-х годов, короче. У нас парень там на запоре приезжал последние пару раз на квадрорезине, сзади заварил, предпоследний раз он с незаваренным дифференциалом был, а крайний раз уже заварил его. И там он такое исполнял. То есть, ну, тут, где мы едем, он бы ехал вообще без напряга просто. Да, да, везде. Пока, в общем, пока сложного места для него не было. Ух, елки. Мы покрасили в черный цвет машину. Машина стала черной, елки-палки. Полностью. Не, ну, чернозем качественный. Тут белая, а тут черная. А у него сзади, что, не мост, что ли? Или мост? Мост? Вроде да. Как-то он или там баком закрыт, или запаской. Запаской. Запаской, да. Что практически не видно. Мы уходим в чащу куда-то. Красивый лес. Блин, как он комфортно так он работает у него. Там пневма есть, интересно? Пружины? Пружины. Ну, все равно настроен хорошо. Ёлки-палки. Новый тент не поцарапать. Не страшно. Он нужен для того, чтобы им пользоваться. 100%. Так, что это, поворот не туда, да? Или? Вторая серия. Лёня. Вот, иди послушай, как глушитель у меня работает. Я как работает? Привет, а я тут анонс. Да, красивый выхлоп. Это что будет? Мы ее когда первый раз взяли на оффроуд, она была ниже. Да, ниже была, да? А что? А есть видео в Ютубе, мы скинем потом. Да, обрезал бампер для того, чтобы она проходила. А, обрезал бампер? Да, я его вот обрезал. Леня себе выхлопную обрезал. Таха с самураем. Рация включена у кого? Леня, убери голову с кадра. Что случилось, Тём? Витя, Витя, так, когда задом ты стоишь, непонятно, ты это или нет. Ну как же снова будет понятно? У меня сзади Витя не написано. Да, подпишись. Привет, подпишись. Да, да, красивый ты. Да не, не так, смотри. Да напиши. Тарусь, ну не фор. А? Фетку давай тебе дам. Побежали за косулей. За косулей побежали? Да подожди, что, тут, серьезно? Юля, пиши, тут я написал, был Леня. Да не надо. Леня, Леня, это тюли, тюли? Это еда там всякая, там, да, да, тюли, такая, да, модная штука. Конфеты. Алло. За блогерство. Дарю тебе цветочек, я так за тобой скучал. Все? Все? Поехали. Витя уже тоже европеец, я понял. Нет, это европейская солидарность. Все, стартуем дальше. Стеклоподъемники тут, да? Да. Стеклоподъемники здесь, потому что съемные двери у машины. А в четырехдверном? В четырехдверном тоже. Тоже все, тут же? Да, вот так, два и два внизу. Что-то не обратил внимания, не раз ездил и не бросилось в глаза. Пятый вырывается вперед, да? Макс говорит, ход подвески такой, говорит, еще бездорожья, короче, еще для Таха не было, говорит, это не считается все. Возвращаемся на правильную дорогу. Ну, полнопривод, полный привод есть, шины грязевые,
чему не ехать? Глубина не глубокая. А вот конкуренты, да? Ну, уже хорошо здесь. Тут уже хорошо, Леня. Звучит по-другому, но едет. А дельфин уже там начал удивляться. Так, Монтеррей. Пробитой колее идет. По кругу сложновато. Тут хорошо спустился. Не знаю. Тут 0,8, 0,7, 0,8. Какое давление у Криса, не знаю. Что, ждем Таха. Ждем Таха и Вранглер. А, Леня на второй круг пошел уже глумиться. Таха сюда, наверное, не поедет. Это для особо подготовленных. Йохан и бабай. Торфяничек. Блин, вес, наверное, пониже чуть-чуть, чем у патруля. Восьмидесятка самая тяжелая из всех. Очень красиво. Очень красиво. Ёпан, бабай. Да. Заехали по-взрослому. Самурай просто поверху проехал. Ну все. Да, хорошее место, ничего не скажешь. Леня пытается застрять, но ничего не получается. Просто не проваливается. Так, Андрюха остановился. И, наверное, все. Влево руль. Да. Еще. Еще чуть-чуть влево и назад. Еще чуть-чуть влево. Леня приехал. Где сидел Крис? Вот четко по следам патруля. Тут интересно сравнить возможности. Сейчас он может дать боксу. Шины меньше на 2 дюйма. Покажи ему влево руль. Покажи ему влево руль. Ровно пусть поставит, что он его крутит. Леня! Вот сейчас вперед и больше надо. Раска.
подкатывает. Поставь, скажи, ровно руль. Леня! Рулем не крути, ровно поставь его, чуть-чуть вправо. Все, не крути, вот так, давай коксу. Коксу дай. Видите, сразу поехал. Борьба продолжается, очень красиво. Slow motion сделай. Конечно, замедленная съемка просто шикарная должна быть. Как звучит, да? Мотор. Ага. Ну, Витя. А? Да едешь. Попробуй, нам нужно коксу, Леня. Выше обороты надо. Андрюхе руль ровно поставит пусть. Руль Андрюха ровно, а все уже. Все, Тойота сидит. Леня еще пытается поехать, но это невозможно уже. Это уже невозможно, к сожалению. Сначала ты крутил рулем вправо-влево, и когда зашел, нужно было выше обороты и на коксе дубасить, ты бы проскочил. А потом копнул уже ступенька, ну и цепляйся мостом и все. Ну, короче, ты понял свою ошибку. Будешь оставлять или будешь продавать? Такой чернозем. Нереально тут. Самый сложный грунт, один из самых сложных. Илья конкретная. Остался Леня. Зацепили. А вот и Рубикон приехал. Туда, все, Рубикон сидит, Леня едет. Такой грунт, вроде раз, остановился и все, и никуда не едешь уже. Звучит красиво теперь. Пой песню «Крапива, ты моя крапива», Леня. Что там у тебя руками? Ты педали крутишь или что на лебедке? Да тут такое? Сумка лежит под лебедкой. А, знаешь, с деньгами? С деньгами или? Или с едой? С чем? Нет, просто сумка. А, просто говорю, пустая, да? Это разводка быстрая такая? Да, но у него же вертикалка. Тут у него лебедка стоит, как все мои запорожцы, даже дороже. Нормально. Держи, Саня, держи его. Влево руль. Влево руль. Да, в тот говно хочешь запустить, да? Ну, конечно. Давай, нет.
Подбирай трос, если что, Сань. Если что, говорю. Да там скоростная. Да. Вот под колоса где попал. Чуть не проехал. Ты хотел сказать застрял, в смысле? А что я сказал? Ну что-то другое про женское. Засрал? Ну почти, да. Вот у тебя лебедка крутая. А что он так дымит? Шины дымят, торф горит. Торф горит, да? Еще пожар сдевает, да. Ой! Едет уже. Я кажется... Леня, ты свой шланг намотал или от самурая? Если бы свой, ты бы кричал бы. Да он кричит. Что, Лёнь? Да главное, что шланг не порвался. А делать? Ну, Лёня намотал шланг. А что там твой шланг делает, ёлки? Свой шланг держи у себя. В себе. Ну, в смысле, с собой. Ну, рядом. У тебя обувь немного не это. Не по сезону. Выезжайте. Я просто не обувал пока. Ого, какой у тебя длинный. Какой у тебя длинный шланг? Видео? Ага, слышишь? Почему так ездим? Во. Вот оно, значок этот сказочный. Фольга у него видел внутри там? А фольга зачем? Шумоизоляция. Да? Конечно. И помогает? Нет. Нет? Андрюха хочет ходом проехать. Ну, не знаю я, конечно. Не, ну ходом. Просто уже так копнули. А, Леня сначала. Ёлки-палки, как красиво, как красиво. Теперь Андрюха. Ёлки-палки, вот это просто бомба. Ходом идет. Это вообще. Как снизу твердое. Ты видишь, оно замыливает, только за счет оборотов можно ехать, да. Ну, красиво.